суки долбаные. Курвы. Что за шмальцы? Что они зарабили, да? Здесь хорошо. Ну, понятно. Хорошо, все такое. Ой, слушай, давай Ирочке позвоним. Возьми от... Ну давай от моего позвоним. Отключи там. Ну, от сети отключи. Да ничего, выключу сейчас. Слава, что ты переживаешь, мам? Ну если включено, ничего страшного. Номер телефона. У меня есть, я бы мог набрать, вот попробовать. Он. Зачем? У меня набран, я сразу. Восьмерку. Сейчас буду искать. Угу. Номер телефона. У меня есть, я бы мог набрать, вот попробовать. Зачем? У меня набран, я сразу. Восьмерку. А вот это что? Это не надо. Ирусенька! Поздравляю тебя, родненькая, с днем рождения! Здоровья тебе, счастья, всего-всего, моя золотая! Как ты там? Ну, привезет Андрюшу, ну. Хорошо. Ирусенька, даю тебе Леню. Разговаривай с Леней сейчас. А потом мне передашь. Говори. Привет, привет, Ируся, привет. С днем рождения. Привет. А что ты так заскоченная, что ли? Ну, поздравляю тебя, дорогая. Ируня. Давай, давай, не падай духом и живи, чтоб было, живи и радуй нас, что живешь и радуешь нас своим. Я вчера с ним разговаривала, с ним и с Машей, они говорили, с дачи пришли и кушаем ягоды. Черешни много, да, в этом году у них, да. Ага. Как хорошо, что хоть Андрюшу увидишь. Ага. Ты с ним поговори. У нас тоже жара стоит. Мы изнываем от жары. 30 градусов. Сегодня говорили, на этой неделе обещают 34. Позвоню как-нибудь на днях еще, расскажешь мне, как прошел с Андрюшенькой. Угу. У меня вчера были Анечка с Любочкой. Любча полезла в шкафу, достала там мой берет, туфли мои одела, потом какой-то там кофту какую-то надела. И Аня ее фотографировала, она позировала, разных позах становилась, все это самое, вот, прямо артистка. Да. Ну, вот такие. Ну да. Вот такие дела.
поцелую. Так что поцелуешь Сереженьку за меня. И всем поздравления, все. Целую, пап. На днях позвоню тебе. Ну вот, 7:11. Что 7:11? Ну, всего наговорили. На 7:11. Ну вот, если бы я понаговорил, если по моему голову. К сожалению, у меня интернет сейчас не получается. Только через год. Это я говорю, в следующем году будет в августе месяце 20 лет, как бабушка умерла. Да, но чтоб тебя не поменяло. Субтитры сделал DimaTorzok.